Всем привет, и мы продолжаем приключения Эджея Охотника на зомби, и по просьбам подписчиков мы сегодня делаем отдельный обзор по всех костюмчиках Эджея. Будем тестировать их сражения, но вначале давайте-ка прочитаем, какие костюмчики есть в наличии. Итак, грабитель банка — первый костюм, ковбойская шляпа, охотничья шляпа, зимняя шапка, бандана. Кроме того, есть деловая шляпа, монстр, шлем волка, козел, фастфуд. Отлично. Вот купальник, поварской колпак, костюм цыпленка, паучий шлем, вот дьявол, дракон, костюм гоблина, камуфляж, набор реактивов, костюм химзащиты, сосиска на палке, отдельный герой бат, костюмчик тяжелый металл, костюмчик морское создание, мутант и пилот. Ну что ж, друзья, отправимся с вами в первый бой, тестовый, и посмотрим, что из этого получится. Итак, для первого боя я беру костюмчик грабителя. Вот давайте-ка возьмем мое любимое оружие — транквилизатор. Вот возьмем капканчик, и надеюсь, этого будет достаточно, чтобы поймать зомбарей. Ну что ж, вперед. Итак, первая миссия. Вот всего 26 костюмчиков, друзья, я не успел сказать, но надеюсь, этого хватит нам, чтобы победить. Итак, давайте-ка я установлю капкан, посмотрим, как зомбики будут на них попадаться. Вот так, замечательно, отлично, и начнем охоту. Вот, кстати, давайте-ка я сразу же переключусь на транквилизатор. Очень люблю это оружие, и вот собьем эту летающую мышку, чтобы она нам не мешала. Вот здорово, отлично. Итак, переключаюсь на транквилизатор и начнем ловлю зомбарей. Итак, вот так, да, одного я как-то усыпил, а второй попал на капкан. Ну что ж, неплохо. Отлично, итак, бросаем мозг и ждем. Вот очередные зомбики. Отлично, и, кстати, кто нас оглушил, я не понял, но мне пока удалось неплохо их поймать. Итак, давайте-ка при помощи транквилизаторов уничтожим змеек. А сейчас я установлю еще один капкан и попробуем поймать очередных два зомбика. Итак, вперед, поднимаемся, прячемся за пенечек. Отлично, и начинаем охоту. Вот так, здорово. Смотрите, вот броня отбила вот наш вот этот забавный транквилизатор, но зато зомбик попал в капкан, и мы получаем очко мастерства. Очень даже неплохо. Итак, давайте-ка я продолжу охоту, и уже на сей раз пойдем с вами в песчаную локацию. Вот, я что только, друзья, думаю, то ли мы все 26 костюмчиков будем сегодня тестировать, то ли только вот некоторые, то ли только вот стоит потестировать 13, чтобы разбить это на 2 видео. Я посмотрю, насколько длинным окажется видео. Если мы будем успевать в течение получаса, тогда я вот сделаю все. Если же это очень длинно удлинится, я разбью на 2 видео. Ну что ж, вперед. Давайте-ка пока попытаемся поймать этого зомбика. Причем буду поджаривать при помощи пушки Теслы. Вот, буду менять оружие, чтобы это было интереснее. Ну вот, пока получилось довольно-таки неплохо. Давайте-ка я установлю. Вот так, да, очередной зомбарь. Вот, удалось поджарить. Давайте-ка я установлю ловушку Теслы где-то вот здесь. Нет, давайте-ка эту я пока заберу. Вот. Вот, установлю здесь, чтобы зомбики не убежали. Вот, замечательно. Бросаем мозг и попытаемся их сейчас поджарить при помощи пушки Теслы. Ой, что это было? Что это было? Мне удалось их поджарить где-то... Ага, наверное, учуял мозг зомбик и вот даже не успел выстрелить, сработала ловушка Теслы. Что ж, неплохо. Надеюсь, с вот этим зомбиком у нас не будут проблемы. Все-таки хочется очко мастерства. Давайте-ка я сброшу мозг и попробую поджарить и этого зомбика. Итак, вот так здорово удалось его поджарить. И мы берем, вот идем в очередную локацию и берем следующий костюмчик. Итак, вперед. Давайте-ка посмотрим, какой же костюмчик у нас дальше есть для очередной миссии. Вперед, вперед.
Итак, очередная миссия — это зимняя локация, и для нее мы возьмем ковбойскую шляпу. Вот, неплохо. Вот, поменяю оружие, возьму морозную пушку. Кстати, я ж почему-то не протестировал вот сетемет. Давайте-ка, наверное, возьмем сетемет для этой локации. Вот, и отправимся с вами дальше. Итак, вперед. Давайте-ка возьмем сетемет. Хотя пусть будет морозная пушка. Пусть будет морозная пушка, и отправимся с вами в сражение. Итак, вперед. Давайте-ка вот поймаем побольше зомбиков и посмотрим, что из этого получится. Итак, есть одиночка. Надеюсь, удастся его поймать. Вот, наверное, все же было лучше. Вот, а ну-ка попробую его вот споймать при помощи гарпуна. Ну вот, видите, как здорово это у нас получилось. Отлично, забираем ловушку Теслы и идем дальше в сражение. Вот, есть трое зомбиков. Давайте-ка я установлю где-то здесь ловушку Теслы, чтобы мы в случае чего, если даже они оглушат Эйджея, можно было споймать вот эту кучу зомбиков. Отлично, есть у нас морозная пушка, хотя мне кажется, здесь бы лучше подошла пушка Теслы. Тем не менее, пока прячемся. Вот. Ой-ой-ой, там был Дед Мороз, там был Дед Мороз. Вот давайте-ка я его попытаюсь поймать. Итак, нужно применять вот оружие, и давайте-ка я его подморожу. Вот да, и из него падают новогодние подарки. Супер. Ну что ж, удалось Эджею поймать вот Дед Мороза. Как это не удивительно, ну как-то вот так у нас сегодня в честь Нового года это случилось. Супер. Ну что же, продолжаем охоту, продолжаем вот ловить зомбиков, продолжаю их обстреливать с морозной пушки. Вот так и сработала ловушка Теслы, и очередной зомбик пойман. Супер. Остается всего трое зомбиков, но я попытаюсь их поймать при помощи подгарпунной пушки. Их вредины и оглушает Эйджея. Ну, этот уже точно от нас не уйдет. Что ж, супер. Итак, очередное очко мастерства и очередной костюмчик протестирован. Вот, неплохо. Но мне кажется, друзья, с таким успехом, так как у нас идет 3 костюмчика, вот, все же больше 13 костюмчиков у нас навряд ли получится. Вот, только 3 костюмчика, а всего их 26. То есть разделить на поровну. По 13 костюмчиков. Ну, пока давайте-ка я беру 4-й костюмчик и посмотрим. Это просто бандана. Вот, и для банданы давайте-ка, друзья, я уже возьму сетемет. И посмотрим, что здесь и как он сработает. Итак, вот докуплю зарядов к ловушке Теслы и отправимся с вами в Китай. Будем ловить зомбиков по крышам и, надеюсь, это неплохо у нас получится. Итак, вперед-вперед. Вот давайте-ка посмотрим, что здесь делается. Итак, целая куча зомбиков. И вот этого я постараюсь, да, вот сразу же вот поймал его в сеть, хотя он пытался оглушить Эджея. Это у него не получилось. Ну, а вот этого одиночку, я надеюсь, нам удастся вот поймать при помощи гарпуна. Так, вот отличнейший выстрел, и зомбик-джентльмен пойман. Отлично, по-моему, это летающий зомбик. Вот, точно не помню, как он называется, но, тем не менее... Ох, да, вот, удачный выстрел, и сразу же двоих зомбиков удалось поймать при помощи гарпунной пушки. Отлично. Вот, давайте-ка я уже воспользуюсь на сей раз сетеметом. Вот, кто здесь у нас? Итак, сюрприз, отлично, и очередной зомбик, хотя он даже в броне, удалось поймать без проблем. Отлично, движемся дальше. Давайте-ка постараемся поймать побольше зомбиков. Что опять же, вот было очко мастерства. И у нас подсказочка сверху есть. Всего в этой локации 8 зомбиков, 5 мы уже поймали. Отлично, бросаем мозг, прячемся. И сюрприз, ох ты вредина. Вот оглушил Эджея, но Эджею удалось поймать. Итак, давайте-ка пытаюсь. Ну, сработала ловушка Теслы, очередной зомбик пойман. И мы получаем очередное очко мастерства. И да, в прошлой части, друзья, мне удалось полностью собрать все костюмчики Эджея.
Поэтому сегодня и вышло вот такое видео со всеми костюмами Эджея. Ну что ж, замечательно. Итак, продолжаем охоту и идем с пятым костюмчиком от Эджея в локацию Лагуна. Итак, нет, по-моему, друзья, это был вот четвертый, либо пятый, что-то я уже запутался. По-моему, это у нас, да, четвертый костюмчик. Сейчас посмотрим. Итак, друзья, я извиняюсь, я вот не поменял костюмчик. Вот что-то отвлекся. Давайте-ка посмотрим, что-то я запутался с костюмчиками. Четвертый это или пятый костюмчик. Итак, давайте-ка посмотрим. Вот грабитель банка был первый. Костюмчик охотничья шапка второй, ковбойская третий, бандана четвертый. И да, деловая шляпа это у нас пятый. Вот, для деловой шляпы и для лагуны давайте-ка я возьму морозную пушку. Вот, очень непросто ловить под водой зомбика, поэтому надеюсь у нас все здорово сработает. Итак, вперед. А, ну в принципе да, здорово, друзья, мы можем просто даже вот так посчитать. Первая локация болото, второе пляж. Третья это у нас снег, четвертая Китай и это пятая локация, пятый костюмчик. Ну что ж, замечательно. Итак, отправляемся под воду. Вот посмотрим, где здесь морские монстры. И да, вот ударом гарпуна удалось сразу же снять акулу. Что, конечно, очень здорово. Вот он, этот морской монстр. Давайте-ка я сразу же установлю ловушку Теслы, чтобы, если что, он поджарил этого морского монстра. И он не слопал наших зомбиков. Отлично, давайте-ка я вот так как-то постараюсь их напугать. Итак, где же наш Эджей? Вот, ага, испугались. Вот, а я сейчас их буду вот подманивать к морозной пушке. Видели, появилось морское создание. Специально хотел, чтобы оно вылезло. И удалось его поджарить. Вот, остальных зомбиков, я думаю, мы так с вами будем просто ловить, но тем не менее не буду рисковать и установлю ловушку Теслы. Отлично, устанавливаем мозг, бросаем и будем пытаться сейчас их поймать. Итак, сюрприз, Эджей, ах ты вредина какой, удирает и мне не удалось, вот сработала ловушка Теслы. Ну, тоже неплохо, очередные зомбики пойманы и мы продолжаем охоту. Продолжаем охоту. Давайте-ка я, ага, вот уберу эту медузу, чтобы не мешала. Вот, здорово. Брошу мозг и попытаемся поймать остальных зомбиков. Так, сюрприз. Ах ты вредина. Вот, русалочку удалось поймать, но краб оглушил. Вот. Но, опять же, здорово сработает ловушка Теслы, и нам удается поймать всех зомбиков. Вот, неплохой результат. Идем с вами дальше. И берем, тестируем следующий костюмчик Эджея. Вот, кстати, у нас уже насобиралось достаточно зомбиков, что мы могли бы вот их протестировать. Ну, в принципе, запустить зомби-машинки. И да, друзья, в следующем видео вот пишите. Вот достаточно у меня видео по зомби-боссах, но если вам это интересно, могу играть составами от подписчиков. Ну, а сейчас давайте-ка отправимся за очередным костюмчиком. И это у нас поварской колпак. Вот его и протестируем. Давайте-ка возьму. И это у нас уже шестой костюмчик. Вот, ага, я не поменял оружие. Я отвлекся, друзья. Ну, ничего страшного. Вот, попробую поймать их просто при помощи того, что у нас есть. Отлично. Итак, хороший выстрел, и сразу же троих зомбиков удалось поймать при помощи одного гарпуна. А смотрите, какой прикольный и довольный наш Эджей в этом костюмчике. Просто супер. Итак, давайте-ка еще собью летучую мышку. Ничего себе, одним выстрелом удалось поймать сразу же и сбить летучую мышь и змею. Это было круто, и этого мелкого мы тоже без проблем ловим на наш вот гарпун. Супер. Ну что ж, целая куча зомбиков. Вот, надеюсь, сейчас удастся опять же их поймать просто при помощи гарпуна. Да, причем это вот такая вот прикольная троица, которых ловит Эджей без проблем, только просто своим гарпуном. Супер, ну что же, очередной костюмчик протестировал, довольно-таки неплохо. То есть разошелся, я немножко разомял руки, и вот видите, вот эта пробежка получилась очень даже результативная. А мы идем с вами
Ага, идем с вами в следующую локацию. Вот случайно вышел в кафешку. Давайте-ка возьмем пустыню. Вот и возьмем следующий костюмчик. А следующий костюмчик это у нас костюм цыпленка. Вот, и для него давайте-ка я возьму транквилизатор. Вот, итак, друзья, жду от вас в следующем видео. Под этим видео пишите, что лучше, идти к составами от подписчиков, либо добить видео с костюмчиками, вот, либо идти с вашим вооружением по боссам, составами от подписчиков. Ну что же, давайте-ка сходим с транквилизатором, мне кажется, это будет интересно. Вот, итак, костюм цыпленка. Сейчас наш AJ будет петушком. Вот такой вот забавный костюмчик. Итак, вперед. Вот они, вредины. Целая куча зомбиков. Давайте-ка я установлю здесь ловушку Теслы и надеюсь, удастся их поймать. И да, вот он, транквилизатор. Давайте-ка я брошу и спрячусь. Отлично. Ах, увидели вредины. Вот бросил еще вредина. Ой-ой-ой, друзья, уходит барышня. Вот мне нужно в нее стрелять. Итак, неужели уйдет? И я стреляю и уходит, к сожалению. Вот, оглушили, я не ожидал, что просто так быстро сработает. Нужно было возле леса ложить ловушку Теслы, но как-то вот так получилось. К сожалению. Ушел, но вот этот точно от нас не уйдет. Вот удалось в зад попасть ему транквилизатор и усыпить. Ну, как-то вот так, друзья, получилось. К сожалению, не всегда удается. Поэтому стоит вот все же себя страховать и возле леса устанавливать ловушку Теслы. Вот пока мы как-то вот так... Ай-яй-яй, да, вот удалось отлично, удалось поймать и пляжного, и вот девушку-серфингистку зомби. Ну, как видите, пока все неплохо идет. К сожалению, не все удачно получается. Итак, продолжаем охоту и берем следующий костюмчик. Так, давайте-ка посмотрим, какой костюмчик у нас есть в наличии. Дальше, ага, пойдем с вами в зимнюю локацию. Вот, и следующий костюмчик, это у нас паучий шлем. Вот, ага, ну что-то очень быстро. Я рассчитывал, что там будет больше костюмчиков. Вот, ну, тем не менее, вот после петушка у нас идет паучий шлем. Давайте-ка я возьму вот еще пушку Теслы. И посмотрим, что из этого получится. Вот, в принципе, пушка Теслы это мое любимое оружие. Очень люблю, когда срабатывают цепные молнии. Посмотрим, что из этого получится. Итак, вперед. Давайте-ка сходим, посмотрим, что здесь делается. И, наверное, я не стану рисковать, я остановлю ловушку Теслы. Вот так. А, здесь целая куча зомбиков. Ну и вот давайте-ка брошу мозг и спрячемся, посмотрим, что из этого получится. Переключаюсь и активирую пушку Теслы. Ох, как здорово поджарило. Вот просто супер. Вот бросаем мозги, прячемся. Возможно, на крышу стоило. Итак, вот да. Ох, какая цепная молния. Что ж, просто здорово. Итак, вот 6 зомбиков удалось поджарить. Еще есть подсказочка. 2 зомбика где-то у нас. Не стану я рисковать. Установлю опять же возле леса. И надеюсь, вот эту двойку мы с вами поймаем и поджарим без проблем. Отлично, прячусь. Вот, здорово. Итак, да, эх, промазал, друзья, промазал. Был уверен, что попаду, но ничего страшного, со второй попытки тоже попал, и мы получаем очередное очко мастерства. Просто чудесно, и берем следующий костюмчик. Да, вот это, по-моему, у нас уже 8-й костюмчик, да. Вот мы можем просто по локациям считать, так, мне кажется, будет проще. Итак, продолжаем охоту. Вот это у нас уже пойдет 9-я миссия. Вот в Китае. Давайте-ка, ага, не с боссом. Просто играем здесь и берем следующий костюмчик. Это костюм гоблина. Вот для костюма гоблина, давайте-ка для Китая я возьму... Вот, давайте-ка я возьму сетимет. Ага, с сетиметом я уже в Китае ходил. Давайте-ка еще возьму пушку Теслы. Вот, мне кажется... Вот с морозной пушкой очень просто. Вот с другим оружием как-то поинтереснее, но в Китае с транквилизатором очень плохо. Там очень много бронированных зомби, от них просто отлетает оружие.
Ну а сейчас давайте-ка я попробую все же поймать. И протестируем вот пушку Теслы. Итак, кто здесь у нас? Ага, почему-то не сработал. А, я вместо того, чтобы бросить мозг, вот взял пушку Теслы. Ну, как-то неудачно сделал. Давайте-ка заберу пушку Теслы и дальше буду стараться как будто более аккуратненько. Так, вот, отлично. Очередной зомбик пойман. А вот сейчас... Сейчас. Давайте-ка я просто без пушки Теслы попробую поджарить. Ох, сколько здесь их было. И опять же, при помощи цепной молнии удалось поймать зомбиков. Отлично, голубя сбили просто при помощи гарпуна. И вот этого зомбика я тоже поджариваю. Здорово. Отлично. Итак, впереди подсказка. Еще 3 зомбика. Вот они здесь спрятались. Но я думаю, от Эджея им просто не просто будет уйти. Вот бросаем мозг и прячемся. Вот они. Отлично. И я стреляю и поджариваю зомбика при помощи цепных молний. И мы получаем очередное очко мастерства. Ну что ж, просто чудесно. Вот давайте-ка идем с вами в 10-ю миссию. И я смотрю, друзья, на время. Все же придется разделить 26 костюмчиков зомби на 2 раза. Вот не хочу удлинять видео. Вот это получится чуть ли не полчаса. Вот, а если мы будем просто, это будет целый час. Итак, давайте-ка мы отправимся в... Вот, отправимся вот сюда просто и возьмем следующий костюмчик. Это у нас зимняя шапка. Вот, для зимней шапки давайте-ка... Вот, кстати, больше подошла бы к зиме, а не к воде. И давайте-ка, друзья, вот под воду я возьму транквилизатор. Мне кажется, под водой это будет прикольно. Итак, да, вот пушек Теслы докуплю и отправимся с вами в миссию. Вперед. Давайте-ка сразимся и посмотрим, что из этого получится. Итак, 10-й костюмчик Эджея, напоминаю, друзья. Вот, кстати, давайте-ка вот возьму транквилизатор. И кто же здесь у нас? Вот, ах ты вредина, уходят. Вот, ай-яй-яй-яй, уходят. Итак, надо их догонять. Вот, отлично, разбил костюмчик. И вот теперь транквилизатор сработает. Есть, усыпил. Вредины хотели убежать, но от Эйджея так просто не уйдешь. Вы видите, причем еще нюанс, что транквилизатор вот не может разбить броню. Поэтому нужно быть очень осторожным. И да, вот здорово мне удается подбирать транквилизаторы. Давайте-ка еще собью эту медузу и попытаемся опять же при помощи транквилизатора вот поймать остальных зомбиков. Итак, вот удалось сбить аквалангиста и удалось поймать и русалочку. Вот отлично. Вот бросаю очередной мозг и прячусь за подводную лодку. Итак, что здесь у нас? И здесь у нас краб. Вот удалось нашпиговать его транквилизаторами и мы движемся дальше. Отлично, кто здесь у нас? Давайте-ка я спрячусь. Итак, анквалангист без костюмчика. Вот так, да, ух, ничего себе. По-моему, 2 или 3 транквилизатора удалось вот попасть ему в голову. Вот есть подсказочка, еще здесь несколько зомбиков. Ага, еще последние 2 зомбика и все. Вот отлично. И здесь акула, отлично. Ох, как не... и в голову, и в зад. Ну, а вот эту русалочку просто поджарила ловушка Теслы. Что ж, было это круто, здорово. Вот очень неплохо удалось нам пробежать по этой локации. И идем с вами дальше, берем очередной костюмчик Эйджея. Вот отправляемся по кругу на болото. Сегодня я зомби-боссов не буду ловить, как в прошлых видео. А вот кому интересно ловля боссов, посмотрите по каналу. В плейлисте очень много видео по ловле зомби-боссов. Ну а сейчас давайте-ка возьмем следующий костюмчик. И это костюм-шлем волка. Вот здорово. Итак, давайте-ка я вот возьму какое-то новое вооружение. Вот смотрю, чтобы взять. Давайте-ка вот поохотимся на болоте с сетеметом. Тоже прикольное оружие. Итак, вперед на ловлю зомби-боссов. Прошу прощения, не зомби-боссов, просто обычных зомбиков. Вот, очень прикольная локация. Итак, бросаем мозг и ловим вот этого зомби с молотом при помощи сетевета. Он нас попал молотом, а мы в него попали сетью. Отлично. Вот эту троицу я тоже попробую поймать при помощи сетемета.
Вот так, сюрприз. Итак, все трое пойманы. Очень даже неплохо. Вот продолжаем охоту. И очередные два зомбика пойманы при помощи сетемета. И вот так легко и непринужденно мы проходим вот очередную миссию с очередным костюмчиком. Вот, ну, в принципе, вот болото — это самая простая локация, и на ней мы, можно очень быстро проходить. Вот, а чем локация, конечно же, сложнее, тем, конечно же, вот труднее. Итак, это был 11-й костюмчик. Давайте-ка перейду в пляж и возьму 12-й костюмчик Эджея. И это дьявол, вот такой вот жуткий костюмчик. Давайте-ка мы его протестируем. Вот, и давайте-ка я возьму пушку Теслы. Вот, будем поджаривать. Хотя нет, смотрите, после дьявола будет 13-й, это монстр. Для него и возьмем вот пушку Теслы. Как бы Франкенштейн, и вот пушка Теслы здорово подает. Давайте, пусть будет морозная пушка. Вот, здорово. Ну что ж, очередная миссия. Вот, 12-й костюмчик. Дьявол, вот так смешно выглядит, прикольно, Эджей. И давайте-ка... Вот, ну, в принципе, вот все-таки пушка Теслы мне больше нравится. Морозная пушка не так. Но я буду пока вот ловить при помощи гарпуна. Не получится, тогда буду использовать морозную. Так, ага, ой, не переключился. Ну, как-то вот получилось не очень хорошо. А вот сейчас, думаю, все у нас здорово получится. Так, да, двоих я поймал. Вот барышню подморозил. Отлично, ну и остальных, надеюсь, тоже сейчас удастся здорово попасть. Итак, ах ты, бронированный оказался. Вот, но здорово сработала ловушка Теслы, и она поджарила. Вот зомбиков, и да, мы получаем очередное очко мастерства, и очередной костюмчик у нас сработан и протестирован. Что ж, очень здорово, и я перехожу в зимнюю локацию. Вот в ней сейчас мы и протестируем с вами костюмчик Франкенштейна. Ну, в принципе, он называется монстр. Монстр. Берем пушку Теслы. Беру вот ловушку Теслы. И отправляемся на тест очередного костюмчика. Вперед, вперед. Итак, вот она, зимняя локация. И вот зимний костюмчик Франкенштейна нашего Эджея. Итак, да, вот так здорово поджаривает зомбика, и вы видите, даже не помогла ему его броня. Вот отлично. Давайте-ка брошу мозг и попытаюсь и вот эту двойку тоже поджарить. Итак, да, ах ты, промазали, но сработала ловушка Теслы. Вот странно, кстати, смотрите, они набегают на заряд, и заряд не срабатывает. Кстати, что это за вот за сова, давайте-ка я ее собью. Вот, отлично. И еще одна сова. Ну, ничего страшного. Удалось ее тоже вот сбить. Вот, давайте-ка я спрячусь. Отлично. И да, вот сейчас давайте-ка попробуем поджарить зомбиков. Отлично. Вот, очень неплохо сработали. И идем с вами дальше. Итак, последние три зомбика. Ага, кстати, там, смотрите, там был еще волк. Кто заметил? Там был еще волк. Вот его я попробую сейчас. Интересно, из чего его ловить. Что у нас зарядами? Попробуй вот поджарить при помощи пушки Теслы. Видите, волк. Волк. Есть волк. Смешно. Итак, давайте-ка. Вот так. Да, удалось его поджарить при помощи пушки Теслы. Супер. Ну что же, здорово. Итак, прячемся и пытаемся поджарить этого мелкого... Кто это? Репликона, скорее всего. Отлично, и вот последние два зомбика, которых, опять же, я постараюсь поджарить. Вот, эх, промазал. Промазал, поспешил, ничего страшного, сработала ловушка Теслы, и мы протестировали и посмотрели очередной костюмчик. И получили, кстати, очко мастерства. Ну что ж, друзья, уже прошло полчаса, не хочу я удлинять видео на целый час. В следующем выпуске под номером 2 будут оставшиеся 13 костюмчиков Эджея. На этом сегодня я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, какой костюмчик вам больше понравился. Вот, и в каком костюмчике вот, вы хотите видеть Эджея, когда я буду снимать вот, миссии составами от подписчиков. И да, вот...
Опять же, нужен совет, понравилось, не понравилось видео с костюмчиками этой Джея, или стоит лучше снимать составами от подписчиков. Ну, а на этом я сегодня прощаюсь. Всем пока-пока. И да, друзья, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!